Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Алена Комарова выиграла этап Кубка мира по фехтованию. Военные летчики во второй игре серии победили Славутич. В высшей хоккейной лиге хоккеисты ЦСКА ВВС в повторном матче победили смоленский Славутич со счетом 4-3. Шайбы забросили Банников, Шиханов, Матвейков, Тарасов. Напомню, накануне военные летчики проиграли смоленской команде с минимальным счетом 1-2. После очередного тура ЦСКА ВВС закрепился на третьем месте. Очередные игры самарский клуб проведет также на выезде, на этот раз соперник из Ростова. Команда с Дона занимает второе место в дивизионе Б высшей хоккейной лиги. Самарская фехтовальщица в Германии выиграла этап Кубка мира. Юниорка Алена Комарова шпагой заколола всех своих соперниц из Италии, Германии, Хорватии, Великобритании и Нидерландов. В полуфинале Комарова взяла верх над соотечественницей Дарьей Филиной. В матче за первое место Алена разгромила немецкую спортсменку Надину Штальберг 15-4. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.